Привет-привет! С вами Надежда. Хочу поделиться с вами небольшим заказиком с Икеюшки. Мною обожаемой. Ну и думаю, многими другими тоже. Это у меня был интернет-заказ первый раз. Так я обычно езжу, но сейчас зима, как бы, а ехать до ближайшей Икеи, ну, минимум это 2,5-3 часа. Так что у меня первый заказ, первый мой опыт интернетный. Ну, вообще я по интернет-заказу, но из Икеи первый раз. И первый раз, когда я оплачиваю сразу заказ, а не потом. Обычно я товар получала, заказ оплачивала. Это вот мне вот так оказалось удобно. Платил сразу, забрал уже готовые. Уже все оплаченные. Ну, в общем, заказала вот этот наборчик. Вон здесь жаропрочное стекло. Можно запекать в нем. Это маленькие 4 штучки таких. Заказала баночки вот эти девчонкам. Посмотрела у девчонок, но мне срочно понадобилось. Ждать, когда я туда поеду, не захотелось. Они хороши для уксуса. Можно уксус наливать. Масло. Вот масло. Я буду масло туда наливать. Масло. В одно масло, а в другое уксус. Ну, попробую еще. Знаете, что? Как-то вот делают тесто и наливают. Блинчики пекут. Одну попробую для этого оставить. Одну для масла. Можно для соевого соуса. Мы очень много используем соевый соус. Ну и вот третья моя покупка. Это баночки. Вот эти кувшины литровые. С вот этой крышечкой. Это пробковая. Получается пробка. Здесь тоже стекло. Название товара. Тип товара. Графин с пробкой. Основная часть. Жаропрочное стекло. Крышка. В общем, здесь я ее купила, эти две бутылочки, для молока. Молоко буду наливать. А другое для компотик. Сварила компот, налила. Тем более горячий сюда можно наливать. Ну вот это был такой мой небольшой обзорчик моих покупочек. Небольших. Всем всего хорошего. Желаю всем крепкого, сибирского, богатырского здоровья. Пока-пока. До следующих видео. Подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Ждите следующее видео.